Приветствую всех. Меня зовут Горбачев Владимир. И сегодня я хочу рассказать об особенностях маркетинг-плана NSP для Евросоюза. Я знаю, что этот видеоролик смотрят не только партнеры NSP, но и люди, которые еще только собираются принять решение, сотрудничать с компанией NSP или нет. Так вот, если после просмотра видео вас заинтересовала возможность сотрудничества с компанией Nature Sunshine, обращайтесь к тому человеку, кто дал вам информацию о компании, о продукции или о бизнесе. Вначале я хочу привести всего три причины, почему именно сейчас выгодно для вас начать сотрудничать с компанией NSP. Причина первая. Компания NSP только начинает свою деятельность на рынке Евросоюза, и на этом рынке проживает более 500 миллионов человек. Компания NSP имеет опыт ведения бизнеса в этой сфере более 40 лет. Такой опыт работы в мире имеет менее 10 компаний. Поэтому этот рынок будет освоен. Вот только вопрос, какая часть рынка будет принадлежать вам? Причина вторая. Всегда на рынок СНГ известные и опытные компании выходили после освоения рынка Евросоюза. То есть дистрибьюторам из СНГ было очень сложно создавать большие сети в Евросоюзе, так как там уже присутствовали большие сети местных дистрибьюторов, которые были созданы раньше. А сейчас есть уникальная ситуация для жителей СНГ. Вы можете начинать создавать бизнес в Евросоюзе с опорой на существующую инфраструктуру в СНГ. То есть вы можете строить бизнес в СНГ, где уже созданы условия для быстрого старта вашего бизнеса, и параллельно можете начинать создавать бизнес в странах Евросоюза на рынке, где еще практически нет дистрибьюторов. Причина третья. Вы можете сразу после подписания соглашения, независимо от того, где вы живете, создать для себя бесплатный веб-магазин в Евросоюзе, который позволяет вам привлекать потребителей и бизнес-партнеров в Евросоюзе. Подчеркиваю, независимо где вы живете, в Берлине, Риме, Красноярске, Лондоне, Киеве, Риге, Минске или других населенных пунктов СНГ и Евросоюза, вы можете создать свой бесплатный магазин для продвижения продукции и поиска новых потребителей или бизнес-партнеров в странах Евросоюза. Это предоставляет вам компания Nature Sunshine. А теперь рассмотрим в целом маркетинг-план для Евросоюза. По этому маркетинг-плану получают вознаграждение партнеры, проживающие в Евросоюзе. Скачать презентацию можно по данной ссылке. И согласно правилам этого маркетинг-плана, они продвигаются по карьерной лестнице. Для начала мы рассмотрим основные понятия, которые используются в маркетинг-плане. Комиссионное вознаграждение. Каждый раз, когда вы делаете заказ или делает заказ человек, которого вы спонсировали, происходит начисление баллов на ваш счет ID, который получает каждый партнер, заключивший соглашение с компанией. Компания Nature Sunshine Products начисляет комиссионное вознаграждение за ваш личный товарооборот, за товарооборот вашей группы и за товарооборот всей вашей организации. Что такое личный объем? Личный объем состоит из заказов, которые вы сами размещаете в компании и не включает в себя заказы дистрибьюторов вашей организации. В личный объем будут включаться также заказы, которые делают покупатели на вашем веб-сайте. Я хочу подчеркнуть, что таким образом личный объем начисляется для партнеров, которые проживают в Евросоюзе. Товарооборот вашей личной группы. Товарооборот вашей личной группы состоит из заказов, сделанных лично вами
и дистрибьюторами вашей группы. Такой товарооборот называется товарооборотом вашей личной группы. Если у вас есть дистрибьютор, который становится менеджером или получает более высокий ранг, то их объем и объем их организации исключаются из вашего объема и становятся частью товарооборота всей вашей организации TGV. Система скидок. Ваши комиссионные составляют скидки и бонусы согласно маркетинг-плану. О маркетинг-плане мы немножко дальше поговорим более детально. Скидки оплачиваются по скользящей шкале. Товарооборот вашей личной группы PGV определяет скидку, которую вы будете получать. Когда товарооборот вашей личной группы PGV достигнет 1200 баллов и более в месяц, в том числе личный товарооборот должен составлять 80 баллов и более, вы будете получать скидку до 20%. Итак, рассмотрим вкратце шкалу скидок. Вы имеете право на скидку при следующих условиях. А. Личная покупка продукции на 80 баллов и более. Б. Товарооборот вашей личной группы должен составлять от 0 до 279,99 PGV, сюда входит же и личная покупка продукции ваша, в этом случае скидка у вас составляет 0%. Но на этом уровне, так как вы дистрибьютор, вы имеете выгоду от покупки продукции по оптовой цене. Если же ваша группа делает товарооборот от 280 до 559,99 баллов, то вы получаете дополнительную скидку 5%. Если ваша личная группа делает товарооборот от 560 до 839,99 баллов, то вы получаете скидку 10%. Если делает ваша группа товарооборот от 840 до 1119,99 баллов, то вы получаете скидку 12%. Если же ваша группа делает товарооборот в месяц 1200 баллов и более, то вы получаете скидку 20%. Итак, рассмотрим схему, когда дистрибьюторы вашей организации еще не квалифицировались на скидки. То есть мы видим, что дистрибьюторам в первом поколении делают следующий объем. 200 баллов, 250, 230 и групповой объем 260 PGV, в том числе 80 личных. И согласно маркетинг-плану мы видим, что действительно никто из ваших пока дистрибьюторов не получает право на скидку. Пока только вы, так как вы сделали личный товарооборот 260 PGV, а вся ваша структура сделала товарооборот 1200 PGV, то есть включая ваши 260 баллов. Итак, давайте посмотрим, что в этом случае вы получите в качестве вознаграждения. Очень важный момент. Так как привязка баллов идет к долларам США, так как продукция производится в Соединенных Штатах Америки и поставляется в Британию, то мы переводим, преобразовываем баллы к британским фунтам, а потом к евро, так как основная валюта в большинстве странах Евросоюза – евро. Вы квалифицированы, чтобы получать 20% скидки. Ваша группа сделала 1200 баллов. Делим на 1,6. То есть преобразовываем PV к британским фунтам. 1,6 это коэффициент преобразования долларов в британские фунты. И мы видим, что получается в этом случае 750 PV.
умножаем на 20%, так как вы имеете право на 20% скидку, и получаем 150 британских фунтов. Умножаем на коэффициент 1,15, то есть преобразовываем к евро коэффициент 1,15, это коэффициент преобразования британских фунтов к евро. И в результате получаем вознаграждение в размере 172,5 евро. То есть ваша скидка составляет при товарообороте 1200 баллов 172,5 евро. Обратите внимание, что курсы валют изменяемы, поэтому то есть ваше вознаграждение может отличаться от 172,5 евро, большую или меньшую сторону. Когда дистрибьютор в вашей персональной группе делает товарооборот от 280 баллов до 559,99, он имеет право на возврат 5% от товарооборота своей структуры. Компания вычитает от общего вознаграждения за товарооборот 1200 баллов, или это 172,5 евро, и мы преобразовываем 280 баллов в евро следующим образом. 280 баллов делим на 1,6, то есть преобразовываем баллы к британским фунтам, получаем 175 баллов. Умножаем на 5%, это комиссионная скидка, и получаем 8,75 британских фунтов. Далее умножаем на коэффициент 1,15, то есть преобразуем к евро, и получаем 10,06 евро. То есть вы в этом случае получите скидку 162,44 евро, так как ваш дистрибьютор сделал товарооборот 280 баллов, выполнил условия на получение скидки 5% согласно маркетинг-плану. Эта ситуация выглядит схематически следующим образом. Еще раз повторим. 280 баллов, которые выполнил ваш дистрибьютор, мы преобразовываем к британским фунтам, то есть делим на 1,6, получаем 175 баллов, умножаем на 5% на скидку согласно маркетинг-плана, получаем 8,75 британских фунтов, умножаем на 1,15, преобразуем к евро и получаем 10,6 евро. То есть ваш дистрибьютор получает скидку 10,6, а вы получаете разницу 162,44 евро. Дистрибьюторы вашей организации при выполнении определенного товарооборота имеют право на свою долю от 20%. Рассмотрим такую вот схему. Вы лично делаете 80 баллов. Ваша организация личная делает 1910 баллов. А вся ваша организация, включая уже менеджера, делает 3110 баллов. В этом случае за товарооборот вашего дистрибьютора, который сделал 150 баллов, вы получаете скидку 20%. За товарооборот вашего дистрибьютора, который сделал 280 баллов, вы получаете 15%. 5% отходит скидки ему за то, что он выполнил требуемую норму на 5% скидки. За товарооборот дистрибьютора, который сделал 560 баллов, вы получаете скидку 10%, а 10% отходит вашему дистрибьютору. За товарооборот дистрибьютора, который сделал 840 баллов, вы получаете скидку 8%, а ваш дистрибьютор получает 12%. За товарооборот вашего дистрибьютора, который сделал 1200 баллов, вы получаете 0% скидки, но вы
в этом случае уже получаете 10% организационный бонус за 1200 баллов, которые сделала организация этого менеджера. То есть все вознаграждения и условия квалификации показаны на этом слайде. Мы видим, что согласно маркетинг-плану у нас есть 8 ступенек. Дистрибьютор, менеджер, бронзовый менеджер, серебряный менеджер, золотой менеджер, платиновый менеджер, бриллиантовый менеджер и сеньор бриллиант. Для того, чтобы получать вознаграждение, личный товарооборот должен составлять 80 баллов. Если это выразить в деньгах, то это приблизительно равняется 65 евро. Почему я говорю приблизительно? Потому что это зависит от курса евро к доллару. В настоящее время 80 баллов – это приблизительно 65 евро. Также требуется выполнение минимального группового объема 1200 баллов. 1200 баллов – приблизительно 950 евро. То есть товарооборот вашей организации личной должен составлять около 950 евро. Ну и далее мы видим условия: общий товарооборот всей вашей организации в 6 уровнях, количество менеджеров в первом уровне и количество менеджеров во всей организации. Внизу мы видим шкалу скидок. Это то, что касается скидки за личную организацию дистрибьюторов. И справа мы видим, какие есть премии за организацию всей вашей структуры. Чуть дальше мы рассмотрим все это более подробно. Итак, первое, что нужно сделать для людей, которые хотят заниматься бизнесом, это стать менеджером. Что для этого нужно сделать? Вам необходимо в течение одного календарного месяца сделать личный товарооборот 80 баллов и более и сделать товарооборот со всеми своими дистрибьюторами 1200 баллов или более. Каждый месяц, когда вы выполняете эти условия, вы имеете право на скидку до 20% за товарооборот вашей персональной группы. Правило нового менеджера. Рано или поздно в вашей организации появляется новый менеджер. И тогда товарооборот нового менеджера и всей его организации не включается в товарооборот вашей персональной группы. Для того, чтобы помочь вам восстановить ваш товарооборот, вам достаточно во второй месяц сделать товарооборот своей группой 600 баллов вместо обычных 1200 баллов. Товарооборот нового менеджера не включается в этот товарооборот. А на третий месяц вам необходимо сделать товарооборот 1200 баллов для того, чтобы получать соответствующее вознаграждение и сохранять соответствующий ранг. Сейчас рассмотрим это на конкретном примере. Итак, мы видим, что в январе у вас появился новый менеджер. В этом месяце вам достаточно делать 600 баллов для того, чтобы соответствовать рангу менеджер и получать вознаграждение согласно маркетинг-плану. Во второй месяц, февраль, вам дается право еще сделать 600 баллов своей организацией личной, но опять же при условии, если ваш отделившийся менеджер Лора делает 1200 баллов со своей организацией. А на третий месяц вам уже нужно делать со своей личной организацией 1200 баллов, чтобы соответствовать рангу менеджер и получать соответствующее вознаграждение. Еще раз подчеркну, если ваш новый менеджер не подтверждает ранг менеджера во второй месяц,
Правило нового менеджера не применяется, и вам необходимо во второй месяц сделать товарооборот 1200 баллов. Итак, после того, как вы станете менеджером, вам необходимо двигаться дальше. Но опять же, необходимо это при том случае, если вам хочется дальше создавать бизнес и вам хочется получать большее вознаграждение. Итак, какие условия для того, чтобы стать бронзовым менеджером? Первое. Личный товарооборот должен составлять 80 баллов и более, и товарооборот с дистрибьюторами своей персональной группы 1200 баллов и более. В первом уровне у вас должно быть не менее одного менеджера. Третье условие. Общее количество менеджеров в вашей организации должно составлять не менее двух человек. И четвертое условие. Общий товарооборот. Вся ваша организация должна сделать не менее 4800 баллов. И что это дает? В ситуации, когда вы стали бронзовым менеджером, вы за свой стейтмент одного месяца, то есть за вознаграждение одного месяца, можете провести вдвоем в отеле «Три звезды» на каком-нибудь интересном греческом острове одну неделю. То есть можете отдохнуть. Можете попасть на какую-то лидерскую конференцию, покататься на лыжах, неделю пообщаться с самыми успешными людьми. Но для этого нужно стать бронзовым менеджером. Схематически это выглядит так. Вы делаете лично 80 баллов, ваша персональная группа делает 1200 баллов. У вас в первом уровне есть один менеджер или два менеджера, которые делают суммарный товарооборот 4800, включая 1200 баллов ваш. Товарооборот вашей персональной организации. И в этом случае вы получаете за менеджеров, за товарооборот менеджеров первого уровня бонус 10%. Итак, еще раз посмотрим. У вас ранг бронзовый менеджер. Личный товарооборот вы должны сделать 80 баллов и более. Ваша персональная группа должна сделать товарооборот 1200 баллов и более. Общий товарооборот вашей организации должен составить 4800 баллов. Число менеджеров в первом уровне должно быть минимум 1, а общее количество менеджеров должно составлять не менее 2. 20% это скидка, которая разбрасывается внутри персональной вашей группы. За товарооборот менеджеров первого уровня вы получаете 10%, за товарооборот менеджеров второго уровня, если у вас будет, вы получаете 8%. После этого, если вы хотите дальше заниматься бизнесом, вы хотите получать больше денег, вам необходимо стать серебряным менеджером. Какие условия для этого? Первое условие. Личный товарооборот должен быть 80 баллов и более. Товарооборот с дистрибьюторами своей персональной группы должен составлять 1200 баллов и более. В первом уровне у вас должно быть не менее 3 менеджеров. Третье условие. Общее количество менеджеров в вашей организации должно составлять не менее 5. Четвертое условие. Общий товарооборот всей вашей организации должен составлять не менее 12800 баллов в один месяц. В этом случае годовой доход позволит купить вам новенький автомобиль стоимостью до 10000 евро. То есть вы можете строить бизнес, и когда вы становитесь серебряным менеджером, вы можете строить этот бизнес в свободное время.
Ваш годовой доход позволит вам купить новенький автомобиль стоимостью до 10 тысяч евро. Ну, или вы можете потратить эти деньги на то, что вам нужно в данный момент. Как это выглядит схематично? Вы лично делаете 80 баллов, ваша персональная группа делает 1200 баллов и более. В вашей организации во всей должно быть 5 менеджеров и более. Количество менеджеров в первом уровне должно составлять 3 человека и более. И общий товарооборот всей вашей организации должен составлять 12 800 баллов или больше. Вы видите, что в маркетинг-плане это выглядит следующим образом. Серебряный менеджер, 80 баллов личный товарооборот, 1200 делает ваша персональная организация. Общий товарооборот всей вашей организации 12 800 баллов. Число менеджеров в первом уровне 3 человека, количество менеджеров всей организации 5 человек. Вознаграждение вы получаете следующее. 20% скидка разбрасывается по вашей персональной организации. За менеджеров первого уровня вы получаете вознаграждение 10%. За товарооборот менеджеров второго и третьего уровня вы получаете 8%. Для тех, кто хочет получать большее вознаграждение и хочет дальше продвигаться по карьерной лестнице, необходимо достигнуть ранг золотой менеджер. Какие условия для этого необходимо выполнить? Для этого необходимо, чтобы в один месяц личный товарооборот составлял 80 баллов и более. Товарооборот всей персональной группы должен составлять 1200 баллов и более. Второе условие. В первом уровне у вас должно быть не менее 5 менеджеров. Третье условие. Общее количество менеджеров в вашей организации должно составлять не менее 10 человек. Четвертое условие. Общий товарооборот. Ваша организация в 6 уровнях менеджеров должна делать 32 тысячи баллов и более. В этом случае годовой доход позволит вам купить новенький автомобиль стоимостью до 30 тысяч евро. Согласно маркетинг-плану, для того, чтобы достичь ранга золотой менеджер, необходимо делать личный товарооборот 80 баллов и более. Минимальный групповой объем должен составлять в месяц 1200 баллов. Общий товарооборот всей организации в 6 уровнях менеджеров должен составлять 32 тысячи баллов или более. Количество менеджеров в первом уровне должно составлять 5 человек и более, а всего менеджеров во всей организации должно быть 10 человек и более. В этом случае 20% скидки точно так же распределяется по всей вашей персональной организации. За товарооборот менеджеров в первом уровне вы получаете 10%. А за товарооборот менеджеров 2, 3, 4 уровня вы получаете по 8%. Для тех, кто хочет дальше продвигаться по карьерной лестнице и зарабатывать больше, необходимо ставить себе цель и достигать ранг платиновый менеджер. Какие условия для этого необходимо выполнить? Первое условие. Личный товарооборот должен составлять 80 баллов и более. Товарооборот дистрибьюторов всей персональной группы должен составлять 1200 баллов и более.
Второе условие. В первом уровне у вас должно быть не менее 10 менеджеров. Третье условие. Общее количество менеджеров в вашей организации должно составлять не менее 20 человек. Четвертое условие. Общий товарооборот. Вся ваша организация в 6 уровнях менеджеров должна сделать не менее 72 тысяч баллов за один месяц. В этом случае годовой доход позволит вам купить квартиру стоимостью до 60 тысяч евро. Ну, например, можете купить такую квартиру в Берлине, либо в том городе, который вас интересует. То есть вы сами выберите, на что можно потратить эти деньги. Платиновый менеджер. Товарооборот должен составлять 80 баллов и более личный. Минимальный групповой объем должен составлять 1200 баллов. Общий товарооборот должен составлять 72 тысячи баллов минимальный. Число менеджеров в первом уровне должно составлять 10 человек. Общее количество менеджеров должно составлять 20 человек. Вознаграждение. Скидка по персональной группе. 20% разбрасывается согласно шкале скидок. За товарооборот менеджеров первого уровня вы получаете 10%, за товарооборот менеджеров второго, третьего, четвертого уровня вы получаете 8%, за товарооборот менеджеров пятого уровня вы получаете 2%. Для тех, кому интересно заниматься этим бизнесом и кому хочется дальше продвигаться по карьерной лестнице, необходимо ставить цели достигать ранг бриллиантовый менеджер. Какие условия для этого нужно выполнить? Первое условие. Личный товарооборот должен составлять 80 баллов и более. Товарооборот дистрибьюторов всей персональной группы должен составлять 1200 баллов. Второе условие. В первом уровне у вас должно быть не менее 15 менеджеров. Третье условие. Общее количество менеджеров в вашей организации должно составлять не менее 40 человек. Четвертое условие. Общий товарооборот. Вся ваша организация в 6 уровнях менеджеров должна сделать товарооборот за один месяц 120 тысяч баллов и более. В этом случае доход за 3 года позволит вам купить домик стоимостью приблизительно до 300 тысяч евро в том месте, где вам нравится. Такие домики, например, есть на острове Сардиния в Италии. Хороший климат, хорошая экология, хорошая пища. И бизнес также можно делать, находясь на этом острове, создавая бизнес, используя те технологии, которые есть в настоящее время в компании. Еще раз посмотрим. Бриллиантовый менеджер. Личный товарооборот минимальный 80 баллов. Если это посчитать в евро, это 65 евро личный товарооборот должен быть. Групповой минимальный товарооборот должен составлять 1200 баллов персональной группы. Общий товарооборот всей организации в 6 уровнях менеджера должен составлять 120 тысяч баллов. Число менеджеров в первом уровне должно составлять 15 человек. Общее количество менеджеров должно составлять 40 человек. В этом случае скидка 20% разбрасывается внутри вашей персональной группы согласно шкале скидок. За товарооборот менеджеров первого уровня вы получаете 10%. За товарооборот менеджеров второго, третьего, четвертого уровня вы получаете по 8%. За товарооборот менеджеров пятого уровня вы получаете 2%. И есть еще один ранг, это самый высший ранг на рынке Евросоюза.
ранг сеньор бриллиант. Что для этого нужно сделать, чтобы достичь этот ранг? Первое. Личный товарооборот должен составлять 80 и более баллов. Товарооборот с дистрибьюторами всей персональной группы, своей персональной группы, должен составлять 1200 баллов и более. Второе условие. В первом уровне у вас должно быть 20 менеджеров или больше. Третье условие. Общее количество менеджеров в вашей организации должно быть не менее 70. Четвертое условие. Общий товарооборот всей вашей организации в 6 уровнях менеджеров должен составлять 200 тысяч баллов и более. В этом случае ежемесячный доход от 15 тысяч евро позволяет реализовать практически все ваши мечты. И я хочу сказать, что это только начало, потому что чем больше будет делать товарооборот ваша организация, тем больше будет ваш ежемесячный доход. Итак, давайте еще раз посмотрим на таблицы маркетинг-плана. Senior Brilliant. Минимальный товарооборот 80 баллов. Личный. Или это около 65 евро. Минимальный групповой товарооборот 1200 баллов. Общий товарооборот всей вашей организации в 6 уровнях менеджеров должен составлять 200 тысяч баллов и более. Количество менеджеров в первом уровне 20 человек или больше. Общее количество менеджеров во всей вашей организации в 6 уровнях 70 человек и больше. Скидка 20% распределяется внутри вашей персональной группы согласно шкале скидок. За товарооборот менеджеров первого уровня вы получаете 10%. За товарооборот менеджеров 2, 3, 4 уровня вы получаете 8%. За товарооборот менеджеров 5 уровня вы получаете 2%. За товарооборот менеджеров 6 уровня вы получаете также 2%. Наверное, у многих сейчас появился вопрос, каким образом достичь ранг Senior Brilliant. На эту тему есть анекдот. Спрашивает дистрибьютор у своего спонсора: «Скажите, пожалуйста, как вам удается подписывать новых дистрибьюторов?» Спонсор отвечает: «Очень просто, я подхожу и предлагаю им бизнес». Дистрибьютор делает свой вывод: «Да, но ведь они могут отказать». Спонсор отвечает: «Да, 9 из 10 отказывают, а 10 соглашается». Действительно, в сетевом маркетинге есть отказы, как и в любом бизнесе. Но для людей, которые настойчивы, терпеливы, умеющие анализировать и действовать, успех в этом бизнесе гарантирован. Рос Перо говорил, большинство людей сдается как раз в то самое время, когда они уже почти достигли успеха. И это действительно так. Я вам всем желаю успехов в построении бизнеса.